Привет, ребята! Ой, я великий путешественник, и знаете, где я нахожусь? Я нахожусь на озере Баскунчак. Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны некие обычные келени. Мы приехали на соленое озеро Баскунчак, и мы сняли целый, скажем, домик. Ну, может, это громко сказано, домик, потому что местные, вот как на всех югах, да, на морях и везде, они строят небольшие домишки, сарайчики, как обозвать-то, да, то есть, которые для южного проживания подходят, и сдают их в момент курорта. Вот там стоит наша машинка. Я сейчас покручусь, смотрите за мной, да? Вот так, наверное, надо, да, вам так виднее будет. Вот такой вот заборчик, за этим запором как раз озеро. Здесь вот такая верандочка, на которой можно поотдыхать. Там домик, он, скажем, двухквартирный, да, то есть может жить одна семья, две семьи, ну, в общем, как сложится. Вот сзади домик я вам показала. Вот, есть душики уличные, где можно обмыться, это же соленое озеро. Сейчас, подождите, я перевернет. Вот, видите, пока немножко не обустроено, мы приехали в июне, а самый сезон начинается в июле. И ребята сказали, что вот к июлю тут все как бы организуют по-хорошему. Мне кажется, навесик тут будет. Видите, сделаны навесики для машины, где можно оставлять, чтобы в тени. Вот это вот уличные души, чтобы можно было обмыться. Ну, тут, видите, вмоют свои машинки. Тут вот не знаю, что будет со строением, в конце концов. А это домики, в которых мы живем. Ну, такая вот как бы верандочка и домик. Тоже тут как бы... Я бы сказала, что недостроено, немножко недоделано. Пойдем все впереди, ну-ка давайте проверим, закрыты ли квартирки. Да, квартирки у нас закрыты. Ну все, идем путешествовать на озеро Баскунчак. Я запишу отдельную видюшку, наверное, как мы идем, и отдельную видюшку уже на самом озере, потому что мне все очень нравится. Не подумайте, это не оно, это маленькая лужица рядом. Но даже в ней есть соль. Закрываем. Запираем. Закрылась, нет? Читайте. Ну, смотрите, закрылась. Все, даже есть этот код. Так. Ну что, я пошла. Это я. И это тоже я. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше.